в рейде было у людей 5, наверное, ЛКшный метасокет. Говорю, что за херня, ребят? Давайте, ну, нормально сделайте. И я сначала, как бы, всегда вежливо говорю, ну, поменяй, я тебе вот могу помочь, там вот линкуем ингредиенты, какие надо собрать. Вот, все равно такие. А, у них это предыстория была. У них был человек, который всех также бесил, чарками душил. Но он говорил так, что я в рейд не пойду, потому что у него нет чарок. Я так себя не вел. Вот. А вот у них как бы вот этот вот осадок остался от этого человека, и они подумали сначала, что это я такой же. То есть вот это все. Так, а кто у нас на роге на фоне Смотри. Бонни? Ригардус, смотри, вот, значит, это я. Нажми там на порту. А я не в рейд. Так, смотри, Ригардус, значит, Escape, макросы. Нажал? Вот. Вот здесь у тебя должно быть то же самое, только вот здесь пинок. Есть такой макрос? Давай, давай, пиши, говори. Ты бы мог просто в Дискорде скинуть в личку и не париться. Я ему все скинул. Не знаю. Как умею, так и объясняю. Не лезь. Ригардус, ты где потерялся? Ливнуло. Мне кажется, ты моральное удовольствие от этого получаешь. Сейчас оперативка у него прогрузится, все нормально будет. О, отлично, отлично. Отдельную строчку возьмем, короче, и на форуме напишем гайд от Шарпи писать макросы. Гайд от Шарпи by Void. Фьючерс. От Шарпи как задушить людей в рейде? Да где ты, Дельгардус, давай, отвечай уже. До начала рейда. Проснись. Макрос вот такой написал? Да, нет. Давай. Шарпи его проверил? Камни. Отстань. Давай. Ригардус. Будь мужиком. Человек просто через добавил тебе и пиздец. Ты слишком быстро, он не успевает записывать. Вот дело Шарпи живет. Каждому из нас есть немного Шарпи. Да ну нафиг, ты чё? Ты чё сейчас юзера оскорбила? Скорее всего, люди, у которых типа на компе только World of Tanks, и вот они вторую игру решили попробовать. Веришь, нет, танки ни разу не играл. Вот не имею представления, что вообще там за игра, что там делать. Никогда не играл. Вов... Там казино просто. Вов, казино, с момента выхода Вов играю. А по поводу макросов, вы ему хоть скажите, что можно шифтовать. То есть через shift нажал нас на любой значок, и он пропишется автоматически. Ригардус. Да он говорит, что сделал макрос. Просто у него что-то не работает. Я понимаю, что он просто... Не знает, как он работает именно. Ну не работает, он у тебя прописан на зорто именно? Или по запоминанию цели? По фокусу, конечно. Ну по фокусу, если пусть он этот манекен, блядь, запишет фокус и тыкнет на него один раз. Он же, наверное, не запомнил его. Он просто в таргет берет, а надо запомнить именно. Сейчас все выясним. Только ответит пусть. Ригардус, ты где, блин? Я бы, наверное, на второй минуте, после того, как он меня игнорил, я бы уже ему не помогал. Я сплю пока. Его, ну, баранки гну, ты сделал макрос, вот так написал, что у тебя вот пинок, да, хорошо. Теперь, смотри, вот выбираешь цель вот этот манекен, левый. Что будет, левый, блин? Вот, правой кнопкой мыши нажимаешь на него, запомни цель. Сделал? Вот так же у тебя должно быть. Как у меня на экране.
плюсик поставил. Куда он ставит плюсики? Блин. В ПМ пиши мне, ё-моё. Вот. Вот у тебя вот эта фокусная цель твоя. Левая. Она у тебя никогда не меняется. Хоть кого-то выбери в цель, хоть Вайда, хоть себя. Она у тебя здесь вот в центре висит. Правильно? Пиши в гельчат. Да. Теперь, во-первых, нужно проверить. У тебя есть увеличенная рамка запоминания цели? Вот эта галочка. Правым кнопком мыши на нее нажимаешь? Здесь вот галочку нужно поставить. Чтобы она была побольше. Поставил? 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 Поставил. Вот, теперь. Вот ты держишь в цели правый манекен. Его бьешь. Бей его. Удар как теперь, да, и теперь нажимай этот макрос. Пинок сработал? Шарпи, в детейлсе поставь название. Поближе встань тогда, левее. Жми. Денис. Чего, чего? В правой стороне у тебя details. Поставь прерывание, ты увидишь, сбивает он каст или нет. Прерывание. Нет, у меня этот, у меня старый рекаунт, здесь не показывается не сбитые касты. А, ладно. Пошел когда, нет? Юзается он. О, люди по звуку. Как это нет? У тебя когда не пошло, что ли? Какими руками? Как он это сделал руками? Я чувствую, сегодня косты офигенно буду забивать. Тогда включи, пожалуйста, демонстрацию экрана сам, а? А гайд, как включить демонстрацию, ты ему расскажешь? Не, включаю это. Вот, да. Короче, в Дискорде есть такой значок «Продемонстрируйте свой экран», называется. В нижнем левом углу. Справа от значка «Включить камеру». О, звук. Арбуш. Вот. Так, где твое запоминание цели? Вон оно, да? Ага. Теперь, где твой макрос? Показывай. Вон он на экране, я вижу. Закрывай это окно. А, погоди, у тебя, по-моему, пинок два раза пробил. А, перед буквой «П» поставь. Удали-ка. Нет, верни обратно в скобочку. Теперь нажми Delete. Или... Во. Это, по-моему, без пробела, да? Нет, пробел поставь еще раз. Значит, показалось. Ставь пробел. 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 Пробел еще. Пробел. Нажми пробел. Нажми. Во. Все. Закрывай. А у тебя между словом cast и скобочкой нету пробела, кажется. Нажми-ка еще раз. Слушай, а там не надо разве рагу набить, чтобы пинок тыкнуть? Он же не будет так бить. Все, закрывай, закрывай. Так, теперь нажми, нажми на макрос. Вот, сработал. Так, теперь давай по-нормальному. Бей правый манекен, цель возьми. И теперь нажми макрос еще раз. Все сбивает. Почему у него сбивается этот таргет? Я чуть не понять не могу. Бей манекен правый еще раз. Вот, вот так вот. Бей, бей, бей. И нажми макрос. Во, во, все работает. Нормально. Отлично, отлично. Так, теперь. Войд, кастуй какой-нибудь долгий каст. Или в принципе просто. Теперь Войда в запоминание цели. Поставь.
А что у тебя они с, этот, в одном месте? Сдвинь друг от друга. Перетащи. Просто перетащи, просто перетащи. Возьми и перетащи. И как что? Делают каких-то какой-то херни из аддонов. Давай, тыкай там правой кнопкой мыши. Пробуй, короче. Тебе надо убрать этот запоминание цели. Перетащи его от этого. Из этого места. У тебя в одном месте они все находятся. Перетащи друг от друга. Нажми правую кнопку мыши по этой иконке. Отойду, курну. Жми. Правой кнопкой мыши. Во, перемещение рамки. Допустим, допустим. Блин. Херня какая-то. Так, нажми escape. Ага, вот, теперь вот. Нет, еще раз нажми, один раз escape нажми, один. Нажми на вот этот... А, блядь, зачем ты два раз нажал? Vortex, правой кнопкой мыши, да. Перемещение рамки. Заблокируй, блядь. Херня, блядь. Заблокируй ее и разблокируй снова. Давай так, да, попробуем. А за никнейм не тянется? За на имя вот типа Void. Через Shift. Shift зажми и потяни. Alt, Ctrl там. Правее там. Чуть-чуть. Бери вот этого шарпи с этого иконки вот этой. Че за бред? Дебильные аддоны какие-то понаставят. У тебя английским языком написано. Ну вот убери меня из цели, пожалуйста. Не смотри на меня. На меня не смотри. Вот эту вот цель убери. Выбери себя в цель, блин. Нет. Видишь, у тебя тарги в другом месте. Это какая-то херня какая-то у тебя. А нажми сброс позиции, ты же до этого ее двигал. Так, Войд, кастуй, пожалуйста, что-нибудь. Войд тут, нет? Тогда возьми меня в фокус цели. Запоминание. Фокус — это запоминание. Так, теперь выбери манекен в цель. Смотрим, я кастую. Ага, ты не видишь каст. Ты мой каст не видишь. Его в фокусе манекен. А, он у тебя подам этот, в этом... Внизу показывается, да? Ты видел войско мертвых? Видел, он на стриме был. На стриме-то я видел, а вот он. Понял, где? Нет, он не видел, говорит. Так. Вот смотри, видишь ты там уклонение, кош. Ага. Видишь, там у тебя уклонение, кош, выброс адреналина, шквал. Эти скиллы видишь? Чуть ниже под этими скиллами. Там была полоска, как я кастовал. Ты понял? Я тебе сейчас еще раз покажу. Ты понял, где ты примерно? Да, да. Сейчас. Так. Начинаем каст. Во! Видишь, вот это место? В этом месте у тебя будет каст отображаться запомненной цели. На зорте это будет зорт. Зорт будет кастовать чудовищный рев. Вот. И этот каст будет без такого щиточка, иконка щиточка, понимаешь, в чем разница? Когда он есть и когда его нет. Когда щиточка нет, значит каст можно сбить. А когда есть щиточек, значит каст сбить нельзя. Вот. И когда
Зор будет кастовать чудовищный рев. Ты нажимаешь свой макрос. И сбиваешь каст. Так, теперь мне не нравится, конечно, что у него. А сколько у него костов вообще будет отображаться в этом месте? Только от запомненной цели? Кто не знает? Все. Это херня. Вот у меня, смотри. Сейчас я включу. У меня-то будет каст отображаться и вот здесь вот, и вот здесь вот, отдельно. То есть то, что цель кастует, и то, что кастуется запомненная цель. Как бы... У меня есть какое-то разделение. Ну, надеюсь, в принципе, задача не невыполнимая. Попробуй. Собственно, все. Я тоже так думаю. Вот сказочки, сказочки конец. А кто слушал, молодец. Азулис. Что такое? Рейд не соберется. Давай ТТГ десяточку соберем. Есть шаман? Шаман ТКД? А? Ну, у меня на ком ТКД, я просто не помню на ком. Но ты друидом ходил вместе со мной. На шамане, тапочки, по-моему, тоже есть. Тапочки хочу на шипышку ебануть. 25-ку? Десятку. Не, ну 25-ку. 25-ку, если человек 12 ярых будет. Что-то ни БС-ку не хотят, никуда не хотят идти. Но БС говорит, хилов нет. Ну, я понимаю, да. Типа, чё мозолить жопу там, блядь, если нету людей? Где, блядь, все хилы делись? Для шейки, если потом никуда не идем. И чё еще раз? Говорю, зачем лутаем Т6 на успехе, если потом никуда не идем? Не знаю, не знаю. Мне прям интересно будет эти триньки, когда ульдовские переделают, потыкать, побегать в них, блядь. Что там, никакого космоса-то не делают, так? СПД и прок на СПД. Ну, слушай, это многое меняют. Ты вспомни, какие они были. Я, например, у меня две есть, я с ними бегал. Я знаю, сколько они дают каждая по процентам за весь бой урона, допустим, того же разрушителя, блядь, робота в ульдуаре. Копейки там наносит, что пламя, что вот эта вторая, как ее, блин, забыл название. Чешуйка. Чешуйка. Чешуйка вообще ущербная, она там 1500 урона дает раз в секунду, на 4 секунды прок. Не, я к тому, что таких аналогов тринь, в принципе, полно. Тот же самый там, ФРС-ки тоже, ну, хоста и прок СПД. То есть тут просто СПД и прок. СПД. Но тут не просто прок, тут неплохой получается у тебя пассивный 230 СПД пассивка,
и прок на 900, это уже что-то. Допустим, можно, я думаю, потенциал будет открыть хилу какому-нибудь, как минимум. Но я в сове побегаю, у меня на сове есть, я чисто ради интереса. Войт, там делается еще запы, но от них смысла нету, как бы, с РПБ. Ну. Нет, на тебя топовые с ока падают. У тебя нету Т6, поэтому для тебя бисовые с ока. Да, да. Ну то да. В твоем случае, если пока у тебя нету Т6, я бы с зортовскими побегал, если выпадут. Ну, короче, одно из двух. Если ты то и то выбьешь, интересно будет. Ты хочешь поменять эти браслеты? Колечко. Смаргрима кольцо на этот тебе нужно, на сопрот. Неплохое кольцо. Скоробей менять нельзя. Прекрасная триня. Клыктин Драгосы менять надо либо на чешку с РС-ки хэмовскую, либо на сердце с ульды хэмовскую, либо на как он, блядь, паразит ебаный этот. Червя. Блядь, на червя с ЗС-ки. ЗС-ки, да. Да. Сапоги с ульды, либо с этого. Хиджала. Хиджал мы проносим, поэтому тебе там их нормально можно выбить. Но опять же, они с мастеркой. Ну, перекап это лучше, чем недокап, так что ничего не будет такого страшного. Поезд. Поезд тебе надо этот крафтовый с меткостью, либо ТТГшный с чаркой. Вот этот вот тебе недокап меткости добьет, а ТТГшный даст более-менее адекватную чарку на сопрот, там вроде бы неплохая. А шею тебе надо либо с фрей, либо за песчинки. Лютая шея. Ну, либо, опять же, с БТ, ну, блин, БТ, не знаю, там, ты супру танчишь, не танчишь, супра падает, вроде там, неплохая, сопротивка. Ну, супры вроде бесовая шея падает. Ну, вроде как, да. И без тапки все в хиржале тоже падают. Скоробей не выкидывай, скоробей хороший. Головы. Да? Тапки с головы есть. Там тоже мастерство, но они 303. Я бы вот эту шею не одевал. Не очень она такая, бля. Типа вот это парирование, блядь. Ой, это уклонение, блядь, и парирование. Что-то, блядь, не совсем уж вкусно. Это ступни. Ну вот. Головы. Шея точно не друидов. Вот это хорошее. Защита. Че, защита, броня, нормально. Что, релогнусь, не линкуй ничего. То не увижу. Не, подожди. 166 выносливости дает. Чисто из-за брони.
Ну вот с этого же... С... Как его, бля, супры, три этот падает шея. Или анковал ты ее, нет? Вот, вот эта шея, она, типа, меткость уклонения, это вот чисто-чисто вот прям по кайфу заходит. Типа, все твои статы. У тебя созвездие Андеда, что ли? Ну, если бы, допустим, я играл сейчас за медведя, я бы сделал как минимум созвездие демона. Это по-любому. Это имба, это прыжок, это шарды, это сапрот встроенный. И, ну и а по меткости я не знаю, что прям у тебя такой сильный перекап. У меня насколько сильный медведь. Ну и то мне там не хватало. Мастерка, да, у меня мастерки перекап был всегда, но меткости я, благодаря только, наверное, поясу, восстановил себе меткость. И то у меня где-то в плечах, я не помню, где-то была, был камушек на меткость. А так, там варьироваться можно, если ты шею засунешь себе, там какую-то, допустим, с меткостью, а пояс уберешь с меткостью и поставишь тот же самый там за ТТГшный с чаркой. Ну, там смотреть надо, что. Опять же, как и раньше, ранее сказал, перекап — это лучше, чем недокап. Ну вот ты зортовское колечко поставишь на танка. Там меткость и мастерство тоже присутствуют. Зортовское тебе по-любому надо будет ставить. Сейчас игра. Потом... Ну это грудак, потому что ты поставил себе мешок Икфрия, или как он, блядь. А ты же его уберешь. У тебя же Т5 встанет, а там РПБ вонючая будет. Поэтому у тебя, возможно, вот видишь, ты сам, как говорится, опередил меня. Я не учел момент, что у тебя грудак нонсетовый стоит. А ты. Я же, получается, Т5 ношу грудак, и у меня в итоге там РПБ не дало мне вот этот недокап какой-то, да, там этот меткости типа мастерки. Ты молодец, ты на арго пишешь. Ну, Триньку, если будет возможность, Войт, забирай с РС-ки. Она шикарная просто. Она еще имбаланс. В нее вообще никто не ходит, ну, честное ходит, слово. Уже... Ходит. Вон... Но я не вижу. Раньше ходили, да. Продавали там Триньки. Это, вон там требуется танк в заезд и окон. Редко очень. Итак, Азулис, мы пойдем, нет? У меня... Есть только 25-ка. Нет, 10-ку. На шамане пойдешь? Так я говорю, у меня на шамане тоже когда. Негодяй. Да хотели в этот сходить. Как ее? Скажи, я скажу. В ТТГ-10 я тапочки хочу на ШП. Так, а вон там этот, Шарпи хочет, Рипер хочет. А давай я тебе друида дам, ты похилишь. Давай. Там тебя за друид. Ребят, может то вторую категорию сделать? Сделать или убить, не понял. Надо убить это. Ну ты собирай. Начинай, собирай. Давай убьем. Потом надо было раньше спросить, когда. Ну, гильдия, блядь, стояла, блядь, рукоблудила нахуй полчаса, блин, а ты молчал. Вообще втроем, четвером залетели, раскатали. Бля, ты ж... сейчас мне сейчас же все перенастроишь, да, или ты через дом будешь хилить? Азулис. Да, я, наверное, настрою, не знаю, там посмотрю. У тебя воду есть? У меня, да, я через воду хилю. А хотя, подожди, у тебя же мой воду подгрузится, нет? Нет. А, ну я не знаю. Я тоже не знаю, как это сработает. Так, ну-ка, профиль сейчас я посмотрю. Кино.
в этом, в полуострове же. Ну, давай сперва хату, потом. Ты потанчишь нам? Если надо, могу по-дамажить. Рельсы, поезда. А сколько надо человек тут вообще? Ну, человек 15 соберешь, нормально будет. Двух хилов, один танк есть уже, и пару дамагеров нормальных. Я сейчас могу на дроида зайти? Ну, конечно, заходи. Ну, если вы дождетесь, я вам подоможу. Мага. Который инь-янь, да? Ну да. Там только я не знаю, в чем он. Переодеться надо или переобуться. Самое актуальное это алхимия. Собирать траву, в твоем случае ты друид. Летаешь на изи, собираешь траву, лотосы, хуйотосы, делаешь поты, фласки, сапроты, за бешеные деньги продаешь. Ну что прокает там мастера эликсиров или какой там делать надо. Проки у людей я смотрел, там и по 20, и по 18, и по 12 прокает с одного. Ты представь, ты делаешь, то есть, одну штучку, а у тебя прокнуло сразу на 12. Каждая по 500, а по 480 голды стоит. Просто знать, где собирать ее и в какое время. Обычно после ребутов, обычно утром, там после перезагрузки летают, фармят. Ну, траву просто собираешь. Помимо этого всего, еще с монетки Джулии, когда крутишь, там сумки ж собирателя вроде падают, если не ошибаюсь. Оттуда можно собирать траву. Короче, на траве у меня дружбан поднимает вообще очень большие деньги. Трава – это скользкий бизнес. Да-да-да. Еще подрабатывать закладчиком, да? Поймаю тебя. Сделаю та-та-та. Некоторые, я знаю, бота врубают и пошло, потом... Посадят на фласку. А потом тюрьма 10 год. Посадят на фласку потом. Расим похилит нас, значит, хилы нам не нужны. Мы, в принципе, уже можем сейчас бахать. Я уже тут. Рот берет уже там. Да? А? Хватит там? Да? Да тут ДПС как говна сейчас будет, конечно, хватит. Уже влетели. Он на меня садится. Двор черного желе. Черный двор железный. Красиво, ты куда побежал? А? Увеличенный урон по цели, это расовая. Как у тебя, если ты undead, у тебя рука кидается на отхил, а это дочеже кидает эту фигню. Полетел. А что это за...
вулканчики какие-то. Нет? Ну это как на Личе, убьешь когда его, типа, выходите из тела, заходите вынос, блядь. А это же отключили. А, блядь, меня убили, нахуй. Там просто нажимаешь, он такой, типа, нельзя покинуть тело, и пишешь. И далее подамажит, блядь. Это называется мгновенная карма. Да. Типа за что? Да, вот это вот, шутка подстава. А меня за что бить? Я жирный, подумайся. Танк слабый вообще. Агро не держит. Портал даю, брать буду. Вот дайте хоть респнуть. Тапки анролю, имейте в виду. Я начал сбор. Да. Мазахака ЖЛМ у нас, правильно? Да. Отключить. Так, Войт, тебе пати давать? Вот. Азулис, принимай. Осколок упал, был уже бриллиант. Мне Мазихака пишет, ты что, взломан? Руслан, тебя взломали. Да. Ва, Вуду, где ты? Инструмент. Ага, он не делает, да? Заменить, удалить. А как загрузить? Ну-ка, можно я скину как? Кто такой Редбери? Красная ягодка? Так, воду. Шелби тут? Нет? Шелби, а ты че, сколько от тебя ждать? У меня магик и груль. Окей. Так, Редбери с нами? С нами. Редбери с нами, Санлайт похилит, значит, в мили-зону старушка, к кастерам один. Один, короче, милик и Санлайта ждем, и все, можно. Кто-то на сум, если подтянется, поможет. А, уже там, сори, Женя, там, сумонтесь потихоньку. Жека, когда магов пощупают, я, короче, ты мне скажешь ответ, я сделаю либо фаера, либо фроста. А может быть, теперь я буюсь и останусь в Аркане. Кстати, вот там что-то говорили про эти чешуйки, да, типа будут делать? Что? Ну, типа, что-то будет делать с чешуей. С чешкой? Ну, да, да. Вот, ну, чешка с Ульдуара падает, которая, с Торима чешка. Ну она у меня здесь тут лежит. Ну она. А, ты про мага? Да. А, ну там хуй знает, на мага пойдет она или нет. Ну да, их реворкнут. Пламя станет проковое, а чешка прожимная.
Да, не чешка. Там вроде это чешка, которая с льды. Ну, мы про нее и говорим. Там пламя и чешка. Женя, не набирай больше людей. Алю нас тут ливнул. Нет, санлайт сейчас будет и... Кто? А Шелби точно палом пойдет? Мне показалось, он как будто даже хотел. Ну, он палом сказал, похилит. Да мне все равно, я могу подамажить, похилить. Не-не, похиль, ты, получается, с меликами будешь, побегаешь. Или наоборот, с кастерами. Так я не понял, подожди, кого я, блядь, пропустил? Если санлайт придет, кто у нас ушел? Один милик нужен. Ну, если его найдете, пойду рогой. Игра зависла. Не, у нас помимо тебя, хила, нужен один милик. Сейчас я найду. Сейчас я перезайду. Давай. Петя, ты ходил уже? Да. Ну, мне там ничего не надо было, я просто чисто за воды. Я сейчас в этот пойду, в ЗС, он там собирает за общинкой. Да если сейчас людей не будет, я просто заведу какого-нибудь твина чисто для этого, и все. Для массовки? Ну да, чтобы 5-5 было. Сейчас Шелби закончит у нас. Этот и зайдем. Колоду, пати. А где он писал, что ли? Сейчас я дам колоду. Азулис, ты что, не принял сумму или принял? А, принял? Слушайте, я уже в инстесе. А, все, хорошо. Воду наставил. Что он профиль не настраивает, не хочет, зараза. Санлайт. Что там, Шелби, у тебя? Ну, у меня тут не сильный рейд, я на магике. Вайпаешься, что ли? Ну, пока не вайпаемся. Сейчас посмотрим. А, вы только дошли до него, да? Потом ты магика еще. Ой, груля. Да, я же сказал сразу. Так, а кого можно еще взять? Селтис не хочет. Да у нас никто и не хочет идти. Не-не, я там могу холика, да. Типа там и побегать могу, и все. Ну, одного РДД сейчас постараемся.
Шарпи, тебя суманить? Да, давайте. О, с магика сумку переделали. Теперь 22 слота падает, а не 20. Ну, сейчас 22 слотовая падает уже. Я что-то смотрел, там магазин как-то, блядь, акцию какую-то там добавили, блядь, 4 сумки, типа там по 35 или по сколько, по 36 ячеек. Это, блядь, как Жигули нахуй стоят. Ты маунта видел? Маунт, я видел чела, вот так вот в дисе с ним сидел, который 3 штуки купил их. 3 разных цвета по 99 тысяч рублей. 3 разных этих, бля, коня. Бля, неужели никого нету? Я в ахуе. Короче, нам проще, блядь, Шелби дождаться будет, походу. Чем, бля, наберем мы. Так, ассист есть, есть. Сейчас раздам. Пойду курну быстро. Как раз освободиться. В инст уже зайду сразу. Ну, у меня остался груль только.
Шелби, что вы короля и убили? Да, мы груля пьем. Выйду пока. Монеты потом покрутишь? Да, потом. В этом деле спешка приват. Кто шарит, как аддон называется, который скиллы, короче, кастуются не в момент, когда ты кнопку отпускаешь, а когда нажимаешь? В полезностях есть аддон. Я там писал. Последний пост. Но гадость полная. Я себе поставил, и я не смог ничего нажать мышкой. А, нет, это от 11 августа было. А Расим тут последний. Да, там от 11 августа, смотри. Мертвый Ахмед не обещал сказать, что... Погоди, это уж мы с тобой обсуждали. Колямбас. Все убили. Колямбас. Ливнул? Да. Элвы, по-моему, стандартно эта шляпа стоит. И? Пикасты эти грёбаные. Колот, ты тут? Да, подзывай, заходите. Санлайт, Шелби, ты на хиле. Мелизону будешь, а у нас этот Азулис РДД зон хилит. Давай. Второй один налево. Что говоришь? Давай мы с Азулисом поменяемся. Я буду РДДшников хилить. Давай я сейчас сделаю. Ему будет проще. Он же ходками хилит. Все, все, окей. Заходите, сейчас фулбаф сделаем. Зашли, все, фулбаф. И налево сейчас пойдем. Войт, ты тут? Да тут он или нет, но он сейчас будет танчить. Войд, давай, танчить. Налево сейчас, трэш и налево. Дайте ребавчик по Жене. Там где-то каски у меня были, сейчас найду. Каски. Я наспал каски, да? Каски. А, ну да, давай этот каски раздай тогда всем. Что-то попутал. Да, да, пойдем сюда. У тебя красивая картинка для ролла. А? Говорю, какая красивая картинка для ролла у тебя стоит. Матрас. Для кого? А, ролл. А, ролл? Да, я. Маркер уже нет. Ну, не помню. Я так даже не видел эту тонку. Валамир еще пока не перебивали, да? Нет. Там вроде супры, да? Молоточку переделали. Или переделали? Да, переделали уже. А что сделали с ним? МП5 убрали. Он теперь, да, без МП5. Ну, соки там, по-моему, с лишним. Ну, там 4 статы было, получается. Так, Войд, ты знаешь, где танчить его? Ну, вот где-то вот здесь вот поставишь его плюс-минус. И держу его. Кастеры, короче, вторая группа. Soul Reaper, Мазахака, Старушка, Sunlight, User. Мы на ту сторону переходим. Если будет метка на персонажа, типа меня не надо закрывать, Sunlight Bubble себе даст. А если Soul Reaper скинет глыбой, Мазахаку и Старушку закрываем.
метки. На ту сторону не переходим. По миликам Хони Бони, Войт, Иньянь, Редбери, Колот, вы двигаетесь. Всегда в движении все. Лево-право, лево-право. По рельсам появилась фиолетовая, вышли в пустую войд-зону, она взорвалась. На месте фиолетовой, ну, становитесь туда, там рядом с вами зеленая появится, с нее тоже там или желтая выходите. По сути, все. Как только поставит войд, Мазахака, дашь Геру, пожалуйста. По бафам все. По... так. Ну, друг друга... войд, Колот, на ту сторону, Колот. На ту сторону. Вам. Инь-янь тоже Волонер, на ту сторону. Да. На ту сторону иди, не надо, Волонер, пофигу. Сразу да иди, что ли? Скай дамажит. Кому? Жеке? Этому рипперу. Шо, мой, блядь, Волонер еще и Женьке отдает. Ладно, надо, давай. Санлайт, можешь здесь слотик освободить дальше? Давай я иду. Шелби, да, подвинься немножко. Ну все, что, готовность проверяем и начинаем. ДБМ пул у меня, не помню, есть, нету. Старушка, готов, готов. ДБМ пул, 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 так, есть. Ой, блядь. Это мой или чей? Наверное. Ну, общий. Все, отдал. Давайте. Огонь. Мелики, двигайтесь. От... Войт, если что, там выводи с лужи. Беги, малышка, беги! Старушка, ты что, в ММе, что ли? Нифига себе. Я как раз таки хотел задать вопрос. Как сейчас ММ, играбельный или нет? Рельсы вышли в пустое место. Взорвалось, вышли в пустое место. Всем привет. 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 А что, все рода? Хило у меня было. Там три хила. О. На ту сторону РДД не переходите только. Все, колода поднять. Кому что надо, это троллить. Как там, блин, скрыть-то? А, вот. В смысле, не актуально за Т6. До Т6 можно. Бери, бери пока. У тебя пока ничего нету, конечно, они хорошие. Они тем более уже с чаркой на СПД, и два сокета будет там. Станут они не в 284. Нормально. Потом, знаешь, когда-нибудь да пригодится. Будешь думать, блин. Все хорошо. Да, я вот не думал, что роги понадобятся опять перчатки, например. Я так сову переделал, чисто просто полбанка перерыл. Там справа сразу тоже возьмешь, а то обычно выходят, когда оттуда и агрят его. А с чем чарку будешь брать на рогу? Двойная атака, наверное, да? На опять бруду брать. Много дает? Да, я не могу пока говорить, ребят, я хилю. Дотки в основном у него сейчас, рваные раны там. Алые, да нет, вялые. Ну не такие, это как бы... Атака потрошенька есть, коварный удар туда-сюда.
Все, сейчас кастеры вокруг, Войд держишь там, где он стоит, кастеры, если над вами появится фигня такая, шар, его надо перекрывать телом, чтобы он землю не бил. Остальное лужа будет из босса сначала внутри, потом снаружи. Ищите свободные Войд-зоны. А не видите деревянную херню? Все, я пул. Где пул, блядь, опять нет. Сейчас зеленая херня. Рипер продам валик за инфа. За что? На салу. МК. Не такое себе. В смысле, тебе валик не нравится? Я с МК больше дам, чем с валик. Кто-то же стоит на этой херне, да? Соло Рипер вроде как перекрывает. Но не точно. Отойдите, я сейчас люди будут. Что дальше? Кольчуга, кольчуга. Чарки, кстати, классные очень. Первая чарка вообще обалденная. Вторая молния, вторая покорение. Да, ну блин, вот эта огненная чарка. Оболочка, это типа она... Одна на Энха, вторая на Элину. Получается, да? Нет, первая Элимовская, но она на тапочке должна быть. Ну, блин, ладно, прям с ним. Нет, повезло. Я ходил на этом КД шамана, там, короче, 4 шмотки упало на шамана. В итоге я там что-то перчатки, по-моему, забрал. Или что-то такое. Просто банк брать. Ботинки не забрал, он ровно что-то. Ой, Рэлла спрашивает. О, как? Нет. Руслан. Азулис, ты будешь релить, я этот, просто подсказываю, все. Я играю с одним глазом, понимаешь, я перемотанный, я физически не вывезу таких нагрузок. Я на этого, на мага, как он там называется, вообще даже не знаю, как его убивать. Мы. Смотри, ты залетишь в босса, развернешь его и стой просто, когда будет там атака, будет такой, знаешь, круг желтый, там надо будет отходить. Не-не-не-не, стоишь на месте, отворачиваешься от страха, и все, твоя задача только стоять. Мы начинаем с метки звездочка и идем, грубо говоря, в сторону Луны. Там поворачиваем направо, то есть кто с метками, у кого две метки вешается на людей, если это милик, вы выносите к воротам. Если это кастер или хил, вы выносите, вот начинается в угол. А люди без меток двигаются вперед, немножко вперед, 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 и так и дальше, больше, дальше, больше. По диспелу, ну, этот, диспель тона. Санлайт, ты диспельнишь? Один, да. Ну, конечно. У меня все. Выбора нет. Колот, Редбери, Ханибани, отходите от... как его скилл, блядь, называется? Его скилл называется сокрушительный удар, сокрушающий, да? От него уходит. Да. Все. Готовности пуляем. Звездочку соберитесь, кастеры. Жека, что не хватает? Да, по часовой. Все. Все готово. Дайте ДБМ пулу. Не продается гад. Через 2 минуты Мазахака Геру.
опасно было. Да-да, выравнивай его-то. Милики, у него рейндж большой, не надо стоять в красном кругу. Метки вынесли, остальные двинулись вперед. Метки не выноси, ага. Все, отвернулись. Немножко выйди, старушка, чтобы этот в огне. А, в окружающий, вот он. Мы, я же сказал, туда. Я же метки даже поставил. Метку выноси, мы двигаемся вперед. Красиво вынес. Скоро страх. Отвернулись. Метки вынесли. Остальные двинулись вперед. Шелби, ага, аккуратно. Все, остальные вперед. У тебя макрос на что? Кому валик кидал? Валик у меня не помню. Там последний раз я ходил, когда фиджал, там то ли Росиму, то ли кружочек был. Кому-то я давал. Я посмотрел. Отвернулись. Читал, что это такое. Я же на нем не играю, поэтому. Метку вынесли. Сокрушающий. Добили. Все. Штаны. Штаны я рульну. Голова вон. Посох, кстати, если у тебя пухи нормальные нет, тоже неплохо. Большое спасибо всем, кто помог. Папочки не упали, но хуй с ним. Колот, босс СЛЕ, это походу твоя слабость. А, да-да, Колот. Колот по КД умирает. Он просто ради красоты с нами. Ну и то, спасибо за помощь. Либо у него железо слабое, либо просто реакции нету. Я же заранее сказал. Че мне, камнем домой? Ну там нет, на Форбс ты поставь его. Ну-ну. Хоть на Форбс. Пиво рядом, Колот под пивом, короче. Ну ничего страшного. Спасибо за помощь. 5-4-3, валю. Не, я не пойду, я на Форбс полетел. А штаны упали или нет? Или штаны кто-то другой забрал? Не знаю, я ничего не трогал. А, я... Все-все, я рольнул. Выиграл. Смотри, Шарпи, ты там задавал по поводу крита для Руги. 91 и 8 это кап крита. Это для того, чтобы в рейде у тебя было 103. Я понял. Мне что-то пока не нравится эта теория, я попробую в АП. Ну ты попробуй, но у тебя все равно изменится твое мнение. Там суть в чем? Тебе нужно так, чтобы у тебя рваная рана критовала 100%. Так это, гайда ведь нет на Сирусе? На сайте? Никого. Там вообще плохо что-то пишут все. Да там вообще, в принципе, гайд нет на актуальном врагу. 5-6 комната. Это где-то там, пообщавшись с людьми, да? Может, дискорд есть какой-то у них? Врагов. Да, нет, я просто знаю несколько рогов нормальных, которые дамажат, которые подсказывают, что как, к чему. Ее так же делал. Берешь, гайда нету, он написал Айзику, блядь, тому же самому, сказал салам пополам, ну-ка, блядь, подскажи мне. И он тебе напинает, там накидает. Он же тоже вроде бы шарит, соображает. Я так делал, если не было возможности. С Наксом я разговаривал, с Айзиком, но очень редко. Он редко отвечает. Азулис, во сколько планируешь собирать? После 6. После 6. Ну, я тебе могу сказать, что сложно будет нам пугов, блядь, научить. Ну, есть возможность пройти. Хуй знает, как оно правильно поступить, блядь. Я с глазом до сих пор вижу завязанный. Мне, блядь, 7 дней сказали не открывать.
Ну, я говорю, я на этом, на маге был, мы, получается, его переводим, а дальше, блядь, у меня все настройки слетели. Маги, кто? В календаре нету записи. На каком маге, я не понял? Ты про... Про Соляру, похоже. Соляру, что ли? Всем пока. Да там до Соляры вообще дойти, чтобы еще там надо Алара убить, потом убить робота, потом Соляру только, потом уже на Келли идти. Более-менее понятный. А? Говорю, Алар более-менее понятный. Ну вот робот там с метками мага, траблы, знаешь, какие творятся ужасные. Тяжело будет объяснить. Ничего нету в календаре для этого надписи, записи. Да. Подожди, тут еще это информации точно и не было. Будем собирать или не будем? Руслан уже говорил то, что у него этот, с глазом еще пока определиться надо. Ну, я не знаю, как у вас, но мы долго. Очень долго. Я не здесь убивал Алара в Хэме, я в другой гильдии убивал. Ну, своя гильдия была. А, ну и, конечно, X2. Слушай, у нас, знаешь, как было? Ребята такие уходили на X2 и спрашивали, как там убивают. Вы на X4 такая закрывали как раз. Не знаю, у меня на Аларе была очень простая задача. Спекнулся во Фроста. Тупо декурсишь и контролишь адов. Весь бой. Все, нихера не надо делать больше. Как хорош. ХП мало. Чего у медведей мало здоровья? Слабый, что ли, у меня не висит? Да нет. Кого? Да вот, рядом бегает. А, он еще с того не до конца перелез, ладно. Ну, типа, Мишка 2Т6, вроде идол, и Кромка, а ХП 81К. 2Т6 и типа Кромка, это же что, разве показатель? Как минимум, посмотри на его лоялку, на категория какая у него? Первая. Ну, первая ката. Ну, 350-380 плюс-минус у него. Ну, у меня ХП просто больше у медведя. Может, он вагилу въебанный? Ну, силум вагилу. Нет, у него просто камни этот не до конца апнутые. Бля, я недавно сову видел на силу атаки камни. На видном шмоте, блядь. Крыльями чисто, блядь. Или там вандой нету? Нет, у нас идол. Да где крылом, блядь, чапалах выписал и пизда. Бля, у меня такое желание ярое хантом поиграть, но что-то так впадло, блядь, это все заморачиваться сейчас, пиздец, просто. Твинов хуева гора, бля, не знаешь, на ком покатать. У тебя ханта нет? У меня есть хант, но не хочу, типа, знаешь, как я играю? Прежде чем выйти в рейд или выйти там на ту же самую охоту, я его, блядь, фул зачарю, фул поставлю охуенные камни, влуплю в него 1150 голды, блядь, хуяк еще, блядь, если профа увижу, что проф нету, блядь, начну профа ему качать, поиграю на нем недели две, заброшу нахуй. Я, типа, не могу пойти там без чарок, без фласок, без ничего-то там играть, ну, меня аж, блядь, выворачивает. Поэтому, а сейчас голды не сильно много, я вот жду, когда магов потрогают. И мага хочу, лучше в мага всунуть деньги. Поменять ему Т6, сделать с него либо Фроста, либо там, допустим, Фаера. У тебя же Энх есть. Или нет? Ну, есть у меня Энх, а дом-то при чем? Ну, их сейчас нормально так апнули. Так Марго, бля, не разрешает мне играть на Энхе. Ну, типа, она разрешает играть, но она не разрешает мне чудо ролить. Поэтому... Как понять не разрешает? По правилам, в смысле, вот это вот? Ну, по правилам, да, она, типа, он считается твином, и я не могу ничего ролить, типа. Чего он в шарпе ролит? Ну, тут вот
Я кинжал с креветки ждал, думал, сейчас все, заебись. Там еще Шелби говорит, будешь ролить? Я говорю, да. Он говорит, базара нет, я тебе уступлю. Потому что, ну, она типа в бисе у меня. Она отдала этому... Как его, блядь, Тенха-то взяли? Зохану. Хотя он там по приору ниже ливал с гильдии. Ну, она мне типа говорит, он ливал... Из-за другой темы, он мейн, тебе нельзя, типа, ты у тебя мейн ШП. Ну, короче, я не стал спорить, думаю, ну ладно, нет так нет. Ну, типа, зачем мне играть на Энхи, если ничего ролить не могу? В прошлый раз бисовое кольцо упало, она отдала на офспек человеку, который его засунул в банк. Положил, он говорит, оно мне типа нахуй не нужно, ну пылить его жалко, я забрал. А мне не отдала. Хотя, там у меня есть, в принципе, для Т5 фулл освещенный бисовый, блядь, со вспышкой, с зеркалом, там с одним куском Т6 ЛМ есть. Вот, грубо говоря, для Акамы он был бы, блядь, незаменим нахуй. Я просто пошел и печеньки купил. Думал, Элема дособираю, бля. Я вот тоже думал, может, ханта еще одеть. Ну, как вариант. Делай. Бля, хапала просто опасно одевать. Почему? Очень опасно. Есть большая вероятность пересесть на него, блядь. Это как у меня с Эрдру, да? Ну, типа того, да. Эрдру фул, не нужно. На что сядешь? На рогу дроченого или на хупала точеного? Или наоборот, рога точеный и хупал дроченый? Ну, там Расим, если что, подскажет тебе. По хупалу. Ну, я так азы знаю, как бы, за хупала, ну. Конечно. Ты, в принципе, всегда можешь этот купить себе бан за колду. Я же говорю, в любой непонятной ситуации жмешь бабл, все. Нет, в любой непонятной ситуации донатишь бан. Ну, у нас Old Sam, он хапал, приоделся немножко и этот, купил голду за рубельки и в бан улетел. Я говорю, задонатил бан. А может просто этот... Ну, я, конечно, понимаю, ситуация такая. Так и получилось у него. Ну, пусть такая... разбанится, блядь, что там? Ну, да хуя денег сейчас. По работе там тоже. Работает человек. Никак не может. Это херня у него работа, на самом деле. Я думал, там две херня будет получаться. Ноги не сдвигаются. Может, раскачка пока, я не знаю, ну, как... да. Чем? Нет, кем он работает? Вебкамщик. Почти. Заднеприводный? Нет, он этот, как оператор, или как это называется? Админ. Не знаю. Оператор. За чатами следит и всякой херней такой страдает, короче. Он же тогда пиздел, что он вебкам пошел. Так я про то и говорю, он там и работает. Я думал, он там до хера зарабатывать будет, а получается ни хера. Колот, не везде 3К стоит. Ну... Типа, в среднем, насколько я понял, где-то десятку в этот, в неделю. Блять, в этой херне десятку? Типа. Да, и причем, знаешь, какое у него условие? Он говорит, если 200 штук делают, причем долларов в день, то тогда он нормально зарабатывает, там, типа, больше 2000 за этот, за день, за смену. Блять, он нормальную работу не может найти, нет? Я такой, а тебе не проще там в Озон пойти? Ну ты видел его вообще? Он же скидывал там фотографию. В Диси какую-то фотку скидывал. Там же, блядь, ну сладкий какой-то пиздец. Какая ему нахуй работа там на каком-нибудь заводе там или, блядь, я не знаю, на газели там ездить. Где-то работал. Что-то... У него там что-то со спиной уже вот эта вся херня. Ну вот... Шаман. У меня есть. Иду. Есть ДД, танк, хил.
Во, вот, насчет протика тоже хотел. Вот, может, блядь, протиком поиграть, нахуй, блядь. Хотя мне протопал есть, блядь. Ой. Хорошо. Азулис, нам бы на постоянку сделать, блядь, око у льду какими-нибудь серьезными твинами, нахуй. Ну, видишь, смотри, я через пару недель в отпуск планирую все-таки уйти. Ага. Еще не подписали. Вот, в отпуск у меня 2 недели, потом вернусь обратно. Ну, в отпуск ты уедешь куда-то? Да, домой. А, домой? Ты где сейчас? Я в Питере. А, уедешь? Еду в Башкирию. А. Там и время не будет совпадать уже, ну, прям, +2. Вот, и этот. У меня +3. Значит, там по вопросу. Тренер БК? Так у нас кто-то хотел зайти хилом. Я уже зашел на мага, уже поздняк. Все, перезаходи. Кстати, армсы сейчас что-то дают? Кто у нас? Я там скрин кидывал, там кого-то по это апнули, кого-то по нерфили. Но они дают, но ими почему-то мало кто играет. Да, вот. Подскажите мне такой момент. Вот арамсы бафают кровотечение, насколько я знаю, для всех. Правильно? Блять, нам нужен армс. Вары ждут, что скоро ап. И мишки. Куликов. Мишки тоже. Мишки тоже апают? Да. Какая прелесть. Нам не нужен вар. Так, а у нас медведи нет. У нас есть уже ТХ, да. Пока еще. Энг. Да. Усер. Юзер. Похили нам НРБК. Давайте. Не буду идти шаману, потому что ему надо одеваться, он не зачарен. Чего? Так, стоп, только я этот, блядь, я не в тот спек, сейчас. Да я в ДЦ прыгнул, в ДЦ, нахуй. Ну, Маша в ДЦ. Инг. Смотри, у нас не одетый маг, потом не одетый рога, не одетый танк. Кстати, ты тут много не собирай. Не одетый рога у тебя в штанах. Так, так, так. Я где-то слышу шепот Шарпи. Куда спрятаться? Нет, на 6-й рога, если что, ты че? Какой не одетый? Он не увидел моего неодетого НХ. Да нет, инвиз. А они тебя убьют? Я еще не прибежал. Да. Ну ты можешь это проверить. Я просто спек не настроил, блядь, почему-то в ДЦ спекнулся, а мне холик же. А у тебя... Собирай все, не парься. А куда ты Юзер пошел? Выхилит. Вернись назад. Мужчина, вы не туда побежали. А, не в ту сторону воюешь. Точно танчили? Почему за мной этот гепард побежал? Я же стоял. Я просто кричал, а он, гад, за мной побежал. О, а, ясно. Зря ты так сделал. Юзер, первым умрешь. Все, можно бить. О, дай мне МК. Я кастую. Мамой клянусь, кастовать буду. Давай мне МК. Что за маги пошли? Мне репофарм всегда МК вешают, а ты мне не вешаешь МК. Я вредный. Окей, Гугл, как убить мага, когда ты играешь на МК? У меня тут 300-й ПВП шмот, можем выскочить. Я тебя мобов убью, все нормально. Твоим услугам.
Это я сервис. А чё, опять бой? Опять забаг. Вот у тебя тринька на аварии, блядь, чешка. А где ты ее взял? Вот так, надо убить, пожалуйста, где он? А вы видите черепок? А где он? А можешь маунта отправить, как вчера была херня такая же? Есть у кого? А зачем? Запустить же можно. Да я не про то, у меня сейчас... Это не запускается. Как не запускается? Подходишь, говоришь с ним и запускается. Я с ним поговорить нельзя, или запустили? Я запустил его. А у меня он не тыкался, у меня меч на нем. У меня... Да-да-да. А тут ящерица. Гадкая ящерица. Так, у нас быками, ты прикинь. Как так жить? Это что-то не дамажит, что ли? Эй, медведь не танчит. Мне по щам дают. Не успел. Не пропал этой херни. Ой-ой-ой, ты смотри, сейчас отъеду. Я же из этих самых. Сорвал агро, ложись. На пол. Не знаю, это пол. Смотри, я сейчас рядом. Хочешь покажу? Не буду. А то обидишься. Во, я же говорю, мне МК кидай. Видишь, какой я полезный, я это дамажу. Ты где бежишь? Ай-яй-яй. Боюсь. О, сейчас еще паука. Так, ладно. Пойдем, бежим. Заодно может бакс сменится этот. О, да, кайф, летело. Вообще по кайфу. Да, убил меня. Гад. А я же даже Геру не взял. Макс, ты только что возродился, ты хочешь кинуть МК на кого-нибудь, чтобы дамажить еще больше. За тебя бежит шаман, который кастует через раз. Причем критами кастует. Все как любят маги. Ну вот тут, конечно, нафармили мобов. А это точно рипофарм? Следующий. Вообще какая разница, сдвинулся, не сдвинулся. А чё, где? Я надеюсь, ты бежишь, потому что сейчас я буду ловить немножко урон. А, ты варан, я думал, ты медведь.
как медведи тоже пробивают. Я и думаю, такая картина какая-то странная. Не ладно, спасибо. Я там был рогой. Рыбку поставил. Возле шамана. Просишь, где шаман? Давай, я готов. Вот этот красавчик. Ну ты чё, на разных аках у тебя мишка с типа с фаром? Зачем? Если одного забанят, второго тоже забанят. Все продумано. Блядь, за просто так не банят из улицы, что ты. Я имею в виду, что он про Форбс спрашивал, а у самого четвертая лоялка, я так понял, что сразу что не на одном маке. По-моему, на одном 11, а на втором тут какая. Я первый раз быстрый старт брал за 10 тысяч рублей. Надо было сразу вот такую вот херню сделать тоже, типа, чтобы двойную. У меня просто тогда сколько денег не было. Я такой, типа, ну сколько есть. Сейчас будет 6 на всех персонажей, на всех стрики. Долго бьется. Дал, да, энх машина 74к дал. Замедление повесим. Мне надо после этого из РВК био на минуту отбежать. Слушай, вар тут это боль. Вай, вай. Ладно. Сейчас.
он не отдохнул. Рассечение, точнее, крылом. Я только встал, он мне такой, иди назад. Резните, кто у нас может? Никто? Ладно. Резу уже, резу. Здесь, я думал, ты отошел просто, что там говорил про... А я ищу на панели, блядь, где был рез. Я же тебе говорю, у меня ДЦ, типа, панели все слетели, а Холика сегодня только настроил. На самом деле, ты можешь здесь в ШП играть, просто подхиливая людей. И нет. Ну, сейчас у нас будет шаман под хил и ШП, блядь, под хил. Ну, если шаман под хил, ты чё? Все, пошли бить. Бури. Беги дальше, к следующему. Нормально у нас могу напасть, не надо. Опять обратно. Хорошо. Ой, блин, мискликнул. Там одна кнопка горела. Чубио отбежал быстро. Чем тебе плохо, мой маг? Чего? Чем тебе плохо, мой маг? Он дамажит нормально. МК не кидает. Так ты в Т6. Ой, иди. Чё за понты пошли, а? Он из говна и палок сделан. У меня, думаешь, не из говна и палок? У меня БС не вообще шаман. Надо было регнуть и потом отходить. Мы пока пошли, что-нибудь подбили.
Мне бы одну печеньку с ЗС взять. Для мага вообще было бы шикарно. У меня был бы фулсет 97. Погоди, мы же тебя уже выбивали, нет? Мне вообще ничего не выбивали. На мага, по крайней мере. Мы тогда анрольнули печеньку одну, но я тебе отдал с ульды. Ну. Ну ты говоришь, тебе Т5-2. Ну то мне перчатки надо апнуть до 290. У меня есть еще одна печенька с ульдой. Мне надо 3 печеньки с ульдой. Тут. Бегай. Я, короче, в то время играл, когда выпускали вот Око ЗС. Око сначала Гер выпускали. Вот Кокалара убили и стали проходить дальше. Соляра, по-моему, Соляру после робота выпустили. И вот робот мой любимый босс был, потому что там вот эта штука, которую он бьет. Тигеля закрывать. Тигеля хер с ним. Само танкование, смысл в том, что он не таунтится, и в том, что что он там агро скидывает, по-моему. Обычку, что ли? Нет, нет, Геру. Нет, он не скидывает. Это нужно, чтобы... На первой фазе сложно набрать, потому что у него пониженный урон. У него он идет. Там, короче, потом, в второй фазе у него повышенный урон, и в этот момент агро до хрена можно набрать. Я там мишкой 5-24 косаря под Герой выбил. Там проблема не была в том, что набрать, не набрать повышенный. Фишка была в том, что танкам надо было меняться. Да, вот. Там, и конечно, танком, потому что их убивает. В то время стало актуально. Вообще, вот до этого, кроме фростшмота на Синдрагосу, никто ничего не парился. Вот, и там вот эта штука. Мало того, что это таинственная магия, то есть ни ауры никакой, ничего нету. Стали сет собирать, значит, то чарки там на щит, на плащ, всю херню, короче, что есть. И получается от профа от алхимии бонус, что саппорт у тебя увеличенный был, тогда еще по сотке был. Потом чарка с кожевничества. Ну вот я на всех четырех танков себе всегда беру профу кожевничества. Да, вот что их нужно выбивать, там вот эти рецепты. Вот. Ну и, короче, сама идея в том, что нужно танкам меняться посредством не на пулов, ну точнее и на пулов, и сальвы кидали, чтобы скидывали действующего танка. У меня нету этой банок, если что. Бочонка или как-то. Динамита, короче. Чё ты не выглядишь как дракон? Я хочу выглядеть как дракон. Дракон здесь походу дракон. Хила надо будет, да? Попробуй в шипы. Я тогда бить не могу, у меня штойка меняется, когда я хилю. Питов кидаю все. Ну там не надо много. Короче, как хочешь. Может попробовать, может нет. Пикаем. Опять вагон на танке, ты прикинь, вот тут... Где взяли такого вагона? Иди уже лови, чего ты ждешь? А где? Он наверху появится. Наверху убьем его? Нет, а, ну да, туда. Веди, ну, а что это за человек? Что ты там бубнишь? Сказали, чтоб стоял здесь. Пошли, чё стал? Там он, смотри, мог бы стоял. Ты, кто, чё вы так далеко убежали? Это ты медленно что-то бегаешь. Непонятно. Чё, где мы это взяли? Давай, убей. Отпускай. Я что, зря ты сам поставил? Вот тебе крик на хп, чтоб не помер. Думаешь, поможет? Я же этот бесстрашный шаман. Одну пичку босса и...
можно падать. Короче, мне этот босс, ну, мой любимый за весь Сирус, не знаю. Джайна хороший. Вайш, Кель, Собычки, Восты. Там, кайфово сделали. Там, мобы, которые хотят нас убить. Так, это в здании ты имеешь в виду, вот здесь, да? Да. Так, ну одного вижу. Двоих. Тут чуть больше, чем один. Да, я в страхе, к сожалению. Я в страхе, мне страшно. Убил, что ли? Убил. Хат. Когда-то этот рецепт был топовым. И ДПС не на ДПС, ДПСил, и мне побить не надо. Ты ШПшники сейчас? Нет, полик. Смотри, что могу. Поп, поп. Видал, да? Мастерство. Ой-ой-ой-ой, не хочу я вам. Видел, что они подумали? Меня и бить. Че у нас незнакомцами называют? Он нас не знает? Мы-то его знаем. Ну да, тот еще вагон. Каждый раз в этом играли почему с ним. Это Тронер Хаман, ребята. Я помню, когда первый раз мы Лича убили. 25 гера. На циркуле, короче. Вот. И после этого на радостях пошли десятку. 40 гер. И, короче... А там Рел, который нам релил, он прямолинейный был, матершинник такой, и короче, ну, не знаю, как 25-ку прошел, и там тактики, все читал. И приходим, короче, в десятку уже подрасслабился. А где кто там мобы? О, йо, это что? А где хуйня Бонни? Не знаю, а Гро где-то собирает. Ты где-то помер. А ну, как это вот ты делаешь, а? Все, я ушел. Вот. Где Трал? А вот он. А ты куда делся? Как ты помер? Я свалился с моста. А. Че там весело? Короче, приходим мы в десятки гер на Алану. Ну и короче. Я заслакал и тень не вынес. И, ну или поздно понес. Не помню, вайпнулся рейд или нет. Короче, он говорит, ой, ты долбоеб или ты долбоеб? Третьего не дано. Не води, стой на месте. Да я вывел, он там что-то отбегал. Дал бы мне МК, дамажил бы больше. Блин, где мой этот скилл? Почему так мало жетонов за пределы дают по одной штуке всего? Я не знаю, куда их девать. Эти жетоны, блядь. Можно было бы их передать. Мне, да, короче, вот именно. Не упадут на этого. Я репу качал за них. Я, блядь, 3 3 3,5 тысячи или 3 700 уже.
Андроиды никак не упадут. Вы запустили босса, не? Он там стоит, включает. А у тебя все репы сделают? Слушай, да. У меня то, что там было, там все сделано. У меня даже маунтов, хуяунтов этих понакупал, бля, грибов каких-то нам. Ты ближе к траву, чем повел. Бегу. Мне на медведя никак не упадет этот тренер с корабей, или как он там называется. Вообще, вот сколько тыкаю, нет. Я с корабея в своих еще с заиски обычки выбивал. Посиди заезд по обычку за скоробей. Да сейчас хуй пройдешь обычку, поверь, бля. Да, я не видел. А чё там? Да ебать, ее там перевернули нахуй так, что мы недавно, бля, ходили туда. Да, ну как недавно. Да. Пару месяцев назад ходили, нас там, бля, разъебали нахуй. Там чувак просто на форуме пожаловался, что что-то говно сделали. ЗС-кой, обычкой. Да. Не, даже до того, как Гидроса пофиксили в обычке, до этого мы пошли, вот, ну, месяца два возьмем, 2-3 назад. Он, ЗС-ка, оп, показалось сложнее, чем ХМ. Потому что все отвыкли от первоначальной тактики. Ты там собираешь мобов или ты с нами будешь стоять? Пособираем. Так как на лане, допустим, сделали, ну, как пак должно быть, да, что нельзя в одной точке стоять и отхиливать рейд. И пупец. И все, и все обосрались резко. Ну, знаешь, наверное, месяц после этого люди такие, да нет, она все в точке стоит, все нормально проносит. Ой. Поздно. Прячься за дерево сюда. Иди сюда, мышка. Мышка, иди сюда. Да кто вот гад такой? Медведев был. А чё? Можно бить? Мертвый шаман. Ну ладно, тут я пизду. А то я смотрю, они втроем на меня решили посмотреть. Все, все, красное бить. Быть не то. Пойду другое красное бить. А где это? Мобы здесь. Забить. Запустить надо, дурочка же, да? Да. Я просто такаюсь, а то меня вон, маги передамаживают. Какие-то. Нормальные маги. Вагоны 2Т6, Энг передамаживает, Т5, БС. Что тут правда? Из-за таких, как ты, блядь, Азулис, Энха, блядь, сейчас, блядь, чикнут нахуй, как кота кастрируют. Да блин, вот ты прикинь, я был в этом. На репофарме там. Т6 Энх дамажил меньше, чем я. Я посмотрел, я такой, ну ты хоть это оружие языка пламени, оружие неистовства. Да чё, купил себе аккаунт просто с фуловым персом и пиздец. А он там не фуловый, он, ну, как бы просто в Т6 был. 80 какой-то там, 7 или 88. Ну это не показатель, чё. Ну да. Я тут еще и летать успеваю, и дамажу, вы вообще где? Ой, ой, высади меня. Я сел в дирижабль. Хватит пока. Скажите, а как ВАшку в чат линкануть? Вот, допустим, у меня есть ВАшка для Роги. А как ее линкнуть в чат? Экспорт.
Я не пользуюсь ей, поэтому... Вашка лучше Телмивена? Ну, мне кажется, по функционалу говорят. Правильно настроенная ВАшка, говорят, лучше, чем ДБМ. Не, ну если ты умеешь настраивать ВАшку, она охеренно помогает. Ну и долго настраивать, да? Ну, в ней надо разбираться довольно-таки долго. Недолго разбираться, но легко ехать. Это же, получается, самый популярный вариант аддона на официальном сервере. Если... Лук, оттуда лук, приехал к нам? Лук. Не знаю, если честно. Все, трал забагался. Да, нормально, все, все. Миша, скачаю вот эту вот ВАшку. Не знаю, как-то вот какое-то время играли на циркуле еще. Не надо было никаких вот этих полосок, у кого когда возрождение от КДшится, когда Иннер. Все как-то делалось вообще. Да, голове, не говори. По памяти. Единственное, что я качал на циркле, это, блядь, ебучий рекаунт. Письками мерится, и все. Рекаунт полезная штука, не только что ДПС посмотреть, еще и другие всякие слаки там. В самом начале, еще когда я только начинал играть, у меня только рекаунт и стоял, да. Все остальное, типа, ты должен знать тактики, и все. Тут без вопросов. Ну, ДБМ еще. Если не знаешь, ты вагон, все. В принципе, без ДБМ можно играть. Нет, без ДБМ играли, не было раньше этой всей херни. Потом же начали добавлять. Вот, ДБМ, обязательно у всех. Ты поставил все шарпы? Показывает нормально статы? Пока не знаю. Но он должен вывести, получается, те твои статы полностью там все. Так, ну теперь скажи мне, я нажимаю на это в чате. О, ты с корнем бегаешь? Правильно? Потом... Да, ты просто да. В чате нажимаешь, а она сразу качается. Да, скачалась. Вот корень, КП7, КП6, КП8. Что, Газулис? Говорю, корень, чешу я. Ну смотри, получается, по вот этой ВАшке нужно отслеживать максимальный про КП для того, чтобы рапчу вешать. А, ну да, в бою будет видно все. Да, это очень удобно. То есть она не статичная, она показывает тебе проки и так далее. Бля, что так долго? Ну, всегда так. Слушай, на темного эльфа можно попробовать сделать такой прикол, типа сменить триню в бою и потом завязать ее под этот, как он называется, под транквил. Хотя смысл менять, если там 2 минуты когда. Лучше сразу тогда с ней идти. И именно про чешую. Не, мне просто интересно, как транквил с ним будет. Да, потому что он хилит каждого. И тебе считается стак за каждого, кого ты хилишь, по-моему. Ну или как-то так. Или за каждый раз, когда хилит. Мне Т6 надо, блядь, чтобы хилить нахуй. Жал какой-нибудь там БТ. А я правильно понимаю, это вот у меня в центре, там в центре, там 4 квадратика, 5 квадратиков просто. Или что другое? 5 квадратиков это кулпоинты твои. Ты вот это именно настройка была? Или что? Или она по-другому выглядит? Нет, она по-другому выглядит. Это что, 2 колодца? Самое угарное на варе было, это когда можно было к
казнью абсорб на стаке. Бля, топор нравился раньше такой. Ходил за ним, блядь, долго. Смотри, по идее, Шарпи, он должен вывести тебе твои статы на экран полностью. И АП, и крит, и хит, и так далее. А фрагменты кристалла что, по одной падает? По две. А по что, две. Я тебе... А, я с того босса не взял, наверное. Если он у тебя статы не выводит, получается, то тебе нужно будет почистить папку. Так, нижняя, да? Да. Ну, типа, да. Мы оба прекрасно знаем, что за хуйню ты тут придумал. Прикинь, а в Dragonlight Хроми это мужик. А? А, Хроми? Ну Хроми здесь баба, гном маленькая. Ты не туда пошел. Ой, не в ту сторону пошел, вернись, гад. Он собирает всех. Что, можно бить? Ну ладно, там разрешил. Как я, блядь, те кристаллы не взял, нахуй, ебать. Мне очень они сейчас нужны. Блядь, как? Очень нужны? Не, ну, у меня просто, по сути, сейчас их нету. А там... На кого ты собираешь? А? На мишку. Ну, сейчас пока у меня типа шмоток нету еще. Т6 вторую надо. Но я думаю, я после тебя буду. Наверное, я. У меня сейчас голова же есть. Я в прошлый раз забрал все-таки голову. Вчера? Да. Ну. Если она отдаст запы тебе, я, блядь, удалю нахуй холиспек в пизду. Не, я тебе отдам, если... Да хилить приходится, блядь, серьезные рейды, нахуй, а я в своем говношмоте, блядь, не вывожу, нахуй. Я, блядь, уже 2 месяца с головой хожу, у меня голова Т6, блядь, а зап нету. И они мимо меня постоянно уходят. Да в прошлый раз же этому отдали хиляря. Ну, хиляря отдали, а он, блядь, съебался, что хочу. Ну, он за одно КД 2 куска лутанул, съебался. Ну, по традиции надо было валик ему собрать, нахуй, чтобы он ушел с валиком. Там это, мертвые шаманы говорят, плохо дамажит. Так он и хотел, он же, видишь, с нами в льду в ЗС-ку ходил только тогда по ЕПГП. Такие люди всегда будут. Я же его просто так звал, типа, по ролу. Он такой, нет, не хочу, мне не надо. А чё он стоит? Я думал, ходить будет. Ты смотри, встал и стоит, наглый. О, побежал. Это у меня, видимо, игра пролагала, да? Еду, стоял. Ну, у меня ходил. А я стою на него, смотрю, он раз у меня за спину быстренько улетает и куда-то пошел. И у меня бой вешается. А, я быстро не повесил. Там второй раз, вы что, издеваетесь? Что
Твоя очередь. Ой, 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 ребят, тут это боль. Беги. Че я-то сразу стою тут настакиваюсь, тут раз 4 моба из земли передо мной. Что ты там настакиваешь? Через крыс или что? Опять. Через крыс? Держи. А? Через крыс, что ли? Да через все, что есть. Там просто мобы стояли. А, ну. Он еще одни вниз. Бля, варом с этим ударом грома пиздец как капнули, да, триту? Вара капнули. Ну, хорошо сделали. Не, вары вообще сейчас, я вот прочитал, мне аж до такой степени захотелось протиком поиграть, я охуеваю. Там ударная волна, КД убрали, сократили. Потом этот, бля, как он, сокрушительный удар, или как он мечом бьет. По несколько целей, а ударная, удар грома, сколько он там дает агра, блядь? 400% создают агранах удар грома. Он просто великолепен стал, блядь, протик ебать сильный. Я уже думал тебе БС-ку сделать, тоже покатать, блядь. Ты как я, нет, короче. Слушай, штурман бегает, он же, у него вар мейн. Он мишка, говорит, медведем гораздо проще играть. Не знаю. Я медведем играл еще до момента реворка, танчил как раз таки, когда еще кукурузки не ходили даже на Хлада. Я вот Хлада танчил медведем, но он был сложный. В плане агра у него прям пизда была полнейшая. А, да. Соло цель еще под берсой там на изи как-то набиралось все. А вот именно, блядь, трэш, это ты просто там лапу сосешь, блядь, по КД нахуй, и люди тебя матерят. Ну, сложно было набрать. Ты про вара? Про этого медведя. Вары всегда набирали неплохо, но сейчас их сделали вообще имбалансными. Именно протоспек. Да и протопалов немного там подшаманили. А вот мишка я не играл после реворка. У меня есть, он в сумках лежит, как бы медведь, там сильный мишка. У меня с бафами в рейде 138 тысяч получалось. Не знаю, мишка всегда был хорош. Нет. Ну нет, ты не говори так всегда. Ты про соло цель или про трэш, про чё? Про агро трэш, да, вот трэш. Соло цель набрать не проблема, там берсу тыкнул, хуйнул пару увечий, все. А именно вот если трэш какой-то, тот же самый, допустим, давай возьмем НРБК, когда только вышло, первый там день, второй НРБК, ну вообще там, блядь. А? И кого их вообще не брали, ты чё? Ты плюсишь, там 290 плюс у меня медведь, тебя нахуй посылают, потому что ты просто физически не вывозишь. Для какого-нибудь Элем или Фаермаг залетает, блядь, и все, там весь трэш на них. Нереально удержать. И заходишь БС-ным протоваром, удар волны, удар грома, и весь трэш на тебе. А сейчас их переделали, сейчас у них триты добавили намного прям. Ну, сейчас настолько добавили, что если в рейдах на боссах, то мишка топ агро. Типа у меня 4-5 медведь спокойно переагривает этих Т6. Единственное, что с варом сложно, потому что вар постоянно агро себе этот, ну типа переагривает для себя. А так тоже срывал с воина. Не, так вы не забывайте, что он на вас напуливает нормально прям. На кого? На танков. Слушай, мы были в рейде в этот, в Око пошли на Алара, я мишкой был. На Марго на пулы сдали, я прожал берсу. И угадай, на ком босс был. На тебе. Ну вот я могу сказать, раньше такие боссы, как Гидрос, такие боссы, как, блядь, Марагрим, там, да,
тяжело было по тактике, ты там три танка по три должны находиться друг от друга, да, там. И вот сложно было медведям, допустим, набрать и обогнать того же протопала или протовара. Тяжело было, если ты медведем. Там, блядь, кучу напулов просили сальвы, хуяльвы. А сейчас нету такого. Сейчас, наоборот, медведи первые. Ну вот, это мне. Я там одно время 3 раза подряд полетал. Чисто из-за того, что у меня хватало агра. Да, все это было по-разному. Любой танк мог быть и МТ, и ОТ, все спокойно. Единственное, что медведь, он требует, чтобы у него был столб ярости полный. Если он не МТ-шит, если его не бьют, так же, как и вар. Сильная зависимость от ярости. Не было никогда проблем с яростью. Ты когда гидросов хэми бьешь, и метка танка на первого танка кидается, метка ему надо вынести. Ты должен быть по трите второй, а ты где-то в жопе, а на втором месте какой-нибудь милик. Ну, для этого делается, чтобы Мишка был МТ. То есть, чтобы босс его бил, и с тритой тогда, с яростью точно проблем не было. Когда начал играть? Перерыв у тебя когда был? С 18 по 20 я играл. Спасибо. Ну вот, я тебе могу сказать, что месяца 3-4 назад медведи были в жопе. Что бисовые, что, блядь, обычные медведи были в жопе. В полной. А из-за чего? Что им подняли? У них не было триты, они не могли набрать триту. Ты если за берсу, то есть, когда ложишься берсы, ты набрал триту, допустим, ты бьешь, все. Если Марагрим, допустим, по тактике тебя откидывает назад, Марагрим тебя откинул назад, ты прилетаешь, ты должен опять набрать триту, чтобы ты был вторым. Для следующего, допустим, откида или для того, чтобы остаться на Марагриме вторым танком. Все, ты не можешь это сделать, потому что, бля, физически, ну, ни под чем, ни под напулами, ни под чем ты не можешь триту набрать. Никаким уроном, ни берсой, ничем, вот просто не набирается. Настолько они были гиблые. В тебя 3 ханта, 2 роги дают напулы, ты не можешь набрать, ты во второе место не выбиваешься. Из-за этого механика игры менялась, и мне приходилось там медведю уходить, блядь, туда-то, там, ну, сложно было, ну... Тоже руки не из жопы растут, ну, блядь, такие проблемы создавали. Нет, ну понятно, а как они подняли, они что, апнули какой-то процентаж? Они порезали все классы, вот наведи на любого, наведи сейчас вот на, блядь, там, на энха, на мага, вот, ну, у них, где, понижаемый уровень создаваемой угрозы на 33%, они резанули все классы дамажущие по трите и добавили агрорегенерации медведю. А вот медведю добавили за счет чего? Конечно. Какую ему способность апнули? Или коэффициент увеличили? Просто там коэффициент, но все увеличили. Я не помню, там что-то прописывали раньше, какой опт, и ебать меня разнесло. Проживешь без хила? Да я его захотаю. Да я тебя сейчас резну, я не вдвоем. Че, постоим? Я просто не успел влететь. Не, что-то не понял, они так влетели, пизделей надавали. Так они же дуют. Один раз дунули, 5к минус. Все, побежали, что? Тумана у него нет. Да не, нормально, давай. Я сейчас бомжа пошлю туда. По жиру, конечно, он хорош всегда был, медведь, а с тритой, да, были траблы. Я просто в то время играл, когда все нормально было, все танки равны были. Я тоже в то время играл, нормально было все. Медведя как раз таки в то время и одевал. Медведя мейнил в гильде. Танчил и хилил, блядь. На ДК был. Ну, у меня ДК до сих пор есть. Не, ДК так был. Медведь чем хорош был в гильде, ты когда рейлишь.
ты можешь как бы контролировать. Я хила нету, хила спекнулся, надо в сову спекнулся, надо в мишку спекнулся, дед там. Ты, один... короче, какой-то мой клон, ты так же, как я играешь. Ну, когда танк не нужен второй, хуяк там, блядь, подамажить, ушел. Напоминает сюжет бразильских сериалов, да? Ты их отвернул? Прицепилась что-то к мне, да, это мишка? Ну так ты же мишка. Нет, я про товар. Просто мишка, ладно. Ну смотри, тут 4% випка, а там один. Вообще, еще пала, думаю, сделать надо. Ну палом он из танков меньше всего играл. Белый хапала. Говорят, они сейчас топ. Это, конечно, топ, но... На самом деле ДК сделает танка. ДК есть. Там даже три бруля есть. Подевал бы ДК. Не мишку. Я тоже есть ДК. Там... Ну, как бы одетый. Ну, там Д5 есть. Что-то с ульды, там даже какие-то шмотки есть. Оп. Почему? С этой. С Гера. Где Гера? Какой-то кривой у нас шаман. Да, а что-то у меня это не прожали духи, я сперва духов хотел, а потом Геру. Ты должен Геру нажимать, потом духа вызывать. Почему? Потому что они запоминают твои статы. Мои статы? Да. Ну так и им без разницы, они же в любой момент боя смотрят на мои статы. Это как-то так у них прописано. При вызове они запоминают, если ты... Не, у них... Тебя хорошо. Должно все прокнуть, Геру тыкнул, прокнули Трини, кольца, Триню, это, Геру нажал и вызываешь волков. Погоди, я где-то читал, что они сейчас отвязаны от этой херни, они смотрят на твое текущее. Ну, то есть они твои бафы потом во время боя... Ну, тоже... тогда не буду спорить. Возможно, ты прав, но раньше работало так, по крайней мере... Что у Анхолика, что у Энха. Че, все, да? Все, спасибо. Прощай. Эх, даже не надамажил. Ой, даже не обогнал. Да вообще. Фу-фу-фу.